Автор Муса Джалиль. Стихотворение «Чулочки». Их расстреляли на рассвете, когда еще белела мгла. Там были женщины и дети, и эта девочка была. Сперва велели им раздеться, затем корву всем встать спиной. Но прозвучал вдруг голос детский, наивный, чистый и живой. Чулочки тоже снять мне, дядя, не упрекая, не броня. Смотрели прямо в душу, глядя, трехлетней девочке в глаза. Чулочки тоже смятением на миг эсэсовец объят. Рука сама собой вдруг опускает автомат. Он словно скован взглядом синим. И кажется, он в землю врос. Глаза, как у моей дочурки, смятеньем сильным произнес. Охвачен он невольной дрожью, проснулась в ужасе душа. Нет, он убить ее не сможет, но дала на очередь спеша. Упала девочка в чулочку. Нет, не успела, не смогла. Солдат, солдат, чтоб если б дочка твоя вот здесь вот так легла. Ведь это маленькое сердце пробито пулей твоей. Ты человек, не просто немец, или ты зверь среди людей. Шагал эсэсовец угрюмо, земли не поднимая глаз. Впервые, может, эта дума в мозгу отравленном зажглась. И всюду взгляд струится синий, и всюду слышится опять, и не забудется поныне. Чулочки, дядя, тоже снять.